Привет всем, с вами Саша Браун, и сегодня понедельник, как и обещал, буду делать маленькие клипы, видеоклипы, и выставлять на мой канал в YouTube специально нашей группы «Дорога длиной 10 недель». Итак, сегодня я готовлюсь идти на мою силовую тренировку. Я пока ехала, уже выпила мой предтреник, называется Super Drive, немножко уже чувствую, уже надо идти, такая вкусненькая штучка. И сейчас я буду смешивать мои аминки и чистые углеводы, чтобы быстрее восстанавливались мышцы после тренировки. То есть я выпиваю предтреник за 20 минут тренировки, вот пока я еду, и пока я тренируюсь и заканчиваю свою силовую, я выпиваю вот эти две штучки, то есть сразу амины и углеводы сразу идут у меня в мои мышцы. Сейчас тренировка квадрицепсы, передняя часть бедра, папец и голень. Так что покажу некоторые из моих упражнений в следующем эпизоде. Пока!